Единороссы посетили с проверкой магазин, расположенный в доме номер 3 на Молодежной улице в Одинцове. По словам заместителя председателя окружного совета депутатов Александра Гусева, несколько магазинов торговой сети «Пятерочка» партийцы уже проинспектировали и выявили немало нарушений. Однако в торговой точке на Молодежной все было в порядке. Учтены все рекомендации Роспотребнадзора. На прилавках нет просроченных продуктов. Депутат добавил, что рейды будут продолжены.